честь з'явитися перед очі продюсеру ось цій трійці друзів. Удачки. Давайте. На X-Factor вони прийшли нарізно та за рішенням суддів у тренувальному таборі об'єдналися у команду. Чим далі, тим складніше. Конкуренція росте, ребят становиться все менше, сильних все більше. И так как мы теперь группа, у нас есть свои, конечно, плюсы, есть и минусы в виде несработанности. Другие коллективы друг друга знают, слышат, чувствуют. Мы пока нет. Это было очень уверенно, это было легко. Сегодня, Юра, было круто. Так и не видела, как я люблю тебя. Ты со мной что-то не то. Какая-то есть тут еще непритертость друг к другу. Мы подняли планку, и мы не хотим, чтобы в нас разочаровались. Мы хотим просто достойно выступить, а там уже, ну, кто сильнее. Ребята, шнель, 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 жара. Пробежку, быстрее. Ну что вы так идете, как на расстрел? Ой, Господи. Не бойтесь. Пожалуйста. Мы только что придумали название. Так совпало. Не переживайте, вот как в последний раз. Как вам по ощущениям, Саша? Можно было лучше. Ну а что же вы лучше не сделали? Вот можно было лучше. Может, вы переволновались? Ребята, хорошо, идите, я буду думать. Спасибо. Спасибо, будем ждать. Спасибо. Впала такса, да? Так совпало. Что-то у нас получилось, что-то нет. Но над этим можно работать в дальнейшем. Мы надеемся на лучшее.